дорога вперед полна приятных сюрпризов, превышающих ожидания большинства из вас. В то же время исполнится ожидание многих, основанное на том, что вы спроецировали в будущее. Это не высечено на камне, но, тем не менее, приведет вас в новый век, к которому вы готовились. Ваша судьба предписана высшими силами, но у вас была свободная воля, чтобы определить, как пройти этот путь. Вы, так сказать, внесли свою лепту, и теперь негативные силы не смогут вмешиваться в ваше развитие, как делали в прошлом. Их власть кончилась, и у них больше нет возможности делать то, что им нравится. Теперь вы должны сконцентрировать свое внимание на том, чтобы убедиться, что вы не отходите от того, что уже достигли. Ваше путешествие через дуальность было трудным и требовательным, и ваша сила ковалась в пламени жизни. Если жить на земле в качестве зрителя, живя своей жизнью внутри своего собственного энергетического поля, то события, происходящие вне вас, в значительной степени не будут вас касаться. Иногда вам придется выходить наружу, но вы можете вернуться незатронутыми низшими энергиями. Ваша задача – быть светящимся примером для всех, на котором они могли бы учиться. Они будут тянуться к вам, и это даст возможность помочь им повысить свои вибрации. Как вы знаете, подобное притягивает подобное, и поскольку вы погружаетесь в них, происходит естественное очищение всех более низких энергий. Там, где дело касается кармы, могут быть еще испытания, но поскольку вы повышаетесь, то заметите, что справиться с ними станет легче. Живя в низших вибрациях конечных жизней, многие из вас, развиваясь, начинают понимать, где необходимо набирать следующий жизненный опыт. Панорама выбора лежит перед вами, и вам будет оказана помощь, чтобы сделать мудрый выбор, гарантирующий продолжение прогресса. Различие между прошлым и настоящим состоит в том, что вы достаточно просвещены, чтобы сделать свой собственный выбор. Мать-Земля дала многое для эволюции человечества, она также развивается, и многие из вас присоединятся к ней. Как вы знаете, все происходит сейчас. Вот почему мы можем заглянуть в ваше будущее и увидеть, по какому пути вы, вероятно, пойдете. Что мы действительно знаем наверняка, так это то, что вы будете очень быстро развиваться в свете и снова станете галактическими существами. В очередной раз на этом пути вам будет оказана помощь теми, кто уже успешно его прошел. Жизнь может полностью отличаться от той, которая существует сейчас, и наибольшие изменения будут касаться степени свободы, которую вы приобретете для путешествий в космос. У вас будут безграничные возможности встретить другие формы жизни и быть их наставниками. Сейчас вам трудно представить, что ждет вас впереди, потому что космос настолько огромен и формы жизни существуют повсюду. Вам предстоит исследовать много измерений, и ваше единственное ограничение – это собственные вибрации. Разумная жизнь существует в огромном количестве, и человечество Земли обнаружит, что очень многое предстоит изучить и испытать. Представьте, что вы всегда можете путешествовать силой мысли, и расстояние, как вы сейчас понимаете его, не является помехой. Ваше время на Земле можно сравнить с карантином, и в этом большая часть правды. По необходимости вы были защищены от постороннего вмешательства, хотя другим существам разрешалось вступать с вами в контакт. Принимая все это во внимание, теперь вы должны понимать, почему ваши события на Земле внимательно мониторятся и тщательно планируются, независимо от того, что происходит. Пожалуйста, имейте в виду, что, как вы бы сказали, происходят скоростные события, что обеспечивает ваше быстрое развитие, и каждый из вас
добровольно является их частью. Что касается Земли, это прекрасная планета, которая однажды в ближайшем будущем вернется к своему первоначальному состоянию. Вы слышали о райском саде, и те дни снова вернутся, поскольку Мать-Земля снова занимает свое место в высших вибрациях. Эволюция продолжается, и ее цель – достижение совершенства, и все живое вернется к Богу. Однако многое предстоит пройти перед тем, как этот уровень будет достигнут. Наслаждайтесь, открывая для себя чудеса, которые ждут вас в будущем. И встречаясь с самыми праведными существами, которые живут в высших измерениях. Возвращаясь к вашему текущему моменту, вскоре вы должны испытать некоторые события, которых с нетерпением ждали. Темным нельзя доверять, их обещания позволить свету распространяться, как запланировано, часто нарушались. Они постоянно нарушали данное слово и задержали обеспечение вас преимуществами нового века. Достижения ждут и готовы к открытию, и все запланировано, чтобы объявить о них как можно скорее. Мы склонны к периоду перед Новым годом, как и к первому удобному случаю для этого. Другие быстро последуют за ними, и к тому времени темные больше не смогут влиять на результат. Дорогие, мы восхищаемся вашей решимостью выиграть сражение с темными, и это уже достигнуто благодаря вашей преданности установлению света на Земле. Это уже началось, и теперь нет пути назад, и это невозможно остановить. Сражение выиграно, и все, что осталось, это навести порядок после выполнения оставшихся кармических задач. Конечно, слишком рано объявлять о полной победе, но этот прекрасный момент наступит в жизни многих. При дальнейшем установлении света на Земле количество низших энергий будет продолжать уменьшаться. Я Салуса Сириуса. И счастлив быть тем, кому предназначено продолжать этот контакт с вами. Мы знаем, что вы хорошо реагируете на информацию, которая дается вам. И мы видим, как все быстрее растет свет, окружая собой Землю. Наша любовь с вами, поскольку мы сосредоточены на цели достижения полного успеха. Спасибо. Салуса.